если бы на проекте «Холостяк» говорили правду. Я стареющая экскортница. Ну а что мне оставалось делать? Хоть Инстаграм раскручу. Валера, не звони мені на холостяк, а то знають, що я замужем. Краще покорми дітей. Та купим ми тобі ту машину. Так, Гальку та Маду прорекламірувала. Про Колю фотографа теж сказала. Блін, хоч би Даврозу. І ще фабрика шпінгалетів осталась дяді Сережі. І все, і кредит можна буде закривати. Ой, все равно он даст мені розу. Мой бывший муж депутат все оплатил, лишь бы я к нему вернулась. Я еще и выиграю в этом проекте. О, спасибо. Блин, я не думала, что я так втюхаюсь. Он же мне нравится. Да я вписался сюда чисто подшпекать всех, а потом к бывшей вернусь.